Здорово, Амидай. Здорово. Чтобы она... Слушай, ты знаешь, я что-то зашла, я вообще потом забыла, что я сидела там в Дискорде. Я там моталась целый день. Тут туда, тут сюда, тут жрать готовила. Ой. И забыла, что ты это там... Короче, да. Не, вам просто надо было позвать меня в Фазмофобию, и я бы сразу появилась на связи. Мы вчера поиграли, я там постримила. Тут поугарали. Стоп, погодите, надо пойти взять. Инвентарь закройся. Надо взять нам это. Блять, просто восхитительно. Я хотела взять нож, да? И просто вот этот сраный глюк! Начала стрима с истериками, да, да. И теперь я не могу взять нож. Ну, потому что у меня забагалось. Вот она, вот она, вот она. Ну, потому что она забагалась. Ну, так. А думаешь, я, блядь, теперь консерву не открою? Сука, почему именно нож? Почему не гриб? Почему не морковь, не кружка? Почему? Почему именно... Я не хочу перезаходить. Сука, бля. Простите меня за маты. Просто, блядь. Именно нож. Именно нож, мать его, должен был, блядь, забогаться. Ёб твою мать. Ща, ребят, релогнусь, блядь, ну это писец. Ну, why? 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 Что мне эти глюки? Починили молоко, наконец-то. Теперь они так... Чего? Два человека? Вот, это два, блядь, отчаянных. Не знаю, кто это. Это я и чиллаут, блядь. Познаваться сейчас, ребята, начали собираться. Заходить. Привет! Привет, ребята! Я не поняла, Амидай, куда ты переехал? Угу. Привет, ребят. Привет, Экзорка. Да, два человека онлайн, это я и чиллаут, отчаянные. Можно делать, что хочешь. Итак, нож. Чья-то сраная курица. Можно почувствовать себя властелинами этого сервера. Пока никого нет. Да-да-да, Экзорка, видишь, на смысле с тобой сходится. Привет.
Это 27-й стрим моих страданий. Мармура. И юбки из РДР. Ща пойдем банк грабить. Мистер Пи, так? Что это ему? Один только должник помер. Надо его прям, да, по полной, чтобы он страдал. Я думаю, да. Страдания в юбках. Блять, вот верите? Я же закрыла, да, дверь? Ну, я иду и проверяю. Это память. Не зря я рыба по гороскопу, да? Все, закрыла. Лошадь выглядит лучше, чем я. Что? Я вообще нажала сесть. Тебе пройтись хочется, что ли? Поехали. У нее день рождения вчера был. Не поняла. Сейчас, ребят, секунду. Все, я здесь, ребят. Так, что нам надо сделать? Что? Боже, какое убожище. Зато, кстати, смотрите, да? Вот так видно куропатошность. А вот так, смотрите, да? Смотрите, вы видите? Вы это видите? Сапоги виднеются. Не лохматня, а сапоги. Вы видели? Сапоги. Ну и лохматня тоже. Интересно, почему так? Как ты на нее залезла? Ехать убивать НПСов? За что? Поехали, посмотрим, что у нас этот. Молочко покупать тут? Никто в бакалейке не покупает молочко. Никто. Нафиг надо. Так, ребята, мы, конечно, лошадку-то купили. Да? Документы нам на нее никак не выдадут. Ебрей.
Золотых гривен, они даже с лошадей начинали. Ну, слушай, они начинали прям с арабских лошадей. Бля, ну знаете, вот... Будет очень интересно урвать реально дорогую породистую лошадь раньше, чем Брейтвейт. У нас также, у нас же с ними уговор, что они не будут разводить таких, как я, лошадей. А я не буду разводить таких, как они. Было бы прикольно урвать какую-нибудь лошадь, какую-нибудь породу, дорогую или типа редкую. Ну да, у меня уже маленький табун. Маленький. У меня уже 12 лошадей. Скоро еще появится. Но меня радует, что лошадей скупают. Я вот не помню, как Амидай. Часто у Амидай покупали лошади или нет. Но я думала, что если игроки не будут покупать лошадей, ну или очень редко будут покупать, я буду, короче, их... типа НПС сбагривать, короче. Ну, дешевле, чем продаю игрокам. Вот. А тут нет, нифига. Покупают ребята. А, тебя покупали почти каждый день? Ну, тоже нормально, кстати. Отлично тогда. Но я чуть боялась, что не будут скупать. Давайте, хотел сказать, покрасуемся, пройдемся с лошадью. А потом подумала, перед кем красоваться, блядь, если мы здесь вдвоем. Втроем получается. И какая она маленькая по сравнению с этой лошадью. I'm so sorry. А погодите, а что, я РДР-ку не выкрутила? А, я же релоглась. А пойдем, типа, разглядываем конюшни. Да? Oh!
Знаешь, почему тебе зацензурить? Я могу сейчас прочитать, но это вообще какой-то бред такой. Сообщение. Причина сексуальная ориентация. Я на всякий случай отклоню сообщение, но я просто, да, я прочитала, мистер Пью почти приблизился к роли НПС. Согласна. Ну, а что, он себе сидит в банке там, да, и нормально ему. Все, игроки начинают. Здравствуйте. Начинают заходить. Блять, хотела привязать лошадь. Не получилось. Ладно. В общем. Конюшня. Ой, табуреточка тут есть. Собственно, вот конюшня, да? Конюшня. О, здесь дверь есть. Здравствуйте, извините. Извините, да, извините. Да-да-да. Так, значит, у нас есть тюки сена, у нас есть кюки-рюзе. И куча шматья! Ребята, нашли, где скидывать? Сено и куча шматья. Мама! Чего ты орёшь? Мама, что здесь есть еще? Лавка и бочка здесь есть. А это тоже тюки с сеном, да? А, нет, это... А это... Да, это хлопок. Хорош. Хорош мне тут спамить. Ладно, так удобнее. Тут лошадки есть, хлопок есть. Хлопок нас не интересует. Нас интересует только эта конюшня. Миссис Флетчер. Ау! Вам не нужна какая-нибудь помощь на ферме? Ну, только того рода, как я вот вам показывала. А. Угу. Молоко пока что развезли, а только уборка пока нужна. Ну, я соглашусь. Ну, давайте поутру, потому что сейчас темно будет. Да, хорошо. Угу. Вы будете один или с папой? Да, папы пока нет. Наверное, один. Угу. Ну,
ладно, хорошо. Так, поехали туда, к конюшне. Смотрите, Грей написано. Эта хрень может принадлежать Греям. Соответственно, если я буду... Если я буду арендовать эту конюшню, то я ее буду арендовать, скорее всего, получается, у Греев. Она больше Греям, получается, принадлежит, наверное, чем городу. Хрен его знает. А эта конюшня, скорее всего, принадлежит хлопковой фабрике, да? Подожди, что я сказала? Я сказала, что это конюшня фабрики? Или что я, блядь, сказала? Или это у меня просто в мысли такая в башке возникла. В общем, да, это конюшня салуна. Ну, то есть такая гостевая конюшня. Я думаю, так, когда этот... То это, честно говоря, больше на конюшню для мулов похоже, потому что он с лошадь лбом вышибет крышу. Так, а почему я, как сундук, не было сена? А где еще сено давалось? Да, я знаю, но там такая конюшня, она закрытая. И она тоже, типа, как гостевая больше выглядит. Так. Так, нам надо узнать. Почем продают сено? Грей. Ой, Грей. Брейтвейты. Если они его продают.
почем ты не знаешь, почем они его продают? Хотя это нет так. Не, они мне что-то говорили, но они говорили, что вроде как продают, но они не говорили по какой цене. Для элиты и элитная сена, да. Все, я посмотрю, сколько же оно стоило там у меня в этом. На минуточку, 20 центов, блядь, оно стоит. Пришел. Я хочу попросить, что нам создали крафт, типа корм для лошадей. Алис, я предложила, мне сказали, ну один член администрации сказал мне, мол, у нас, говорит, есть свекла, она отлично восстанавливает. Ну, она сказать так, я понимаю, но, типа, можно и корма мутить. Это вот как-то, ну, прикольный. Взять 3 единицы чего-нибудь. И скрафтить корм. Идет наш батюшка. Угу. Добрый вечер, преподобный. Добрый вечер, миссис Флетчер. Ждете кого-то? Нет, просто стою. Ну что ж. Присоединяйтесь. Что ж, для субботы на улице довольно мало людей. Да. Скажите, Габриэли сегодня хоронить будут? Не знаю, я еще не говорил с помощниками шерифа. Ну... Скорее всего, завтра, после проповеди. Нужно подготовить тело, миссис Нашли пока не видел. Эх. Как раз будет 3-й день. Ну, ладно. Здравствуйте. Добрый день. Ночь. Как так, ваши дела? Неплохо. Развез сегодня все молоко. Я хотел прибраться в церкви. Так вы просто стоите и... Да. Жду, когда пройдет ночь. Все ж, понимаю. Может быть, веселее будет в салоне? Да нет. Мне как-то здесь больше нравится. Вы хотите в салон пройти? Нет, просто я видел там кого-то. Кажется, кто-то из помощников шерифа. Ну что ж, займусь делами церкви.
Угу, хорошо. До встречи. Да, до встречи. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Перефыркивать с лошади. Амида, я вот хотела спросить. Ты чё дерзкий такой, а? Вообще. Коня мне сегодня. Такого. Нифига себе. Кстати, да. Пойдемте письма в конюшне отправим. Дерзкий! Думаю, ты смотри на него. Да блин. Интересно, земляк сегодня будет? А, все, вижу. Батя, где ты стал? Так, я сейчас на секундочку отлучусь. Я не успела сделать все, что хотела. Здравствуйте. Добрый вечер.
Как вы поживаете? Нормально. А вы как? Да так себе. Пойдет. Как-то радости в вашем голосе не слышно. Да чего радоваться? Ну, не знаю. Обычно вы с каким-то более приподнятым настроением. Да, сейчас... Это все из-за того, что вас искали? Да, честно сказать, да, на самом деле. Это все из-за этого. Конечно, да. Габ очень сильно попортил репутацию. Сейчас шлипский офис копает сильно под нас. Оу. Ну да, они меня про вас расспрашивали. Да, понятное дело. Считают нас основными этими поджигателями и всем, чем можно. Только считать. Что-то. Как у вас на ферме дела обстоят? Кстати, неплохой конь, красивый. Это не тот белый, который у вас был, да? Нет, это другой конь. Белый — это кобыла, она у меня уже покрытая ходит, поэтому я ее не буду седлать. Да. Что там пастор? Ну, не знаю, он... в церкви сказал убираться будет. Ну, я вижу там какой-то свет фонаря, может, это он там. Да, да, да. Он сказал, что похороны завтра проведет. Что? Сказал, что похороны Габриэля будут завтра. Завтра? Да, он сказал, что скорее всего будут завтра, как раз третий день после смерти. Да, такая смерть ужасная, честно сказать. Зачем ему этот конь понадобился вообще? Я сказать честно, почему даже не поняла, как он умер. Ну, я могу вам рассказать честно, как все было. Да, конечно. Между нами, конечно, тут что-то останется. Узнаю из Полина. Если все-таки он у вас какое-то время работал, я думаю, вам надо знать. Ну? Мы, помните, с вами стояли, болтали у колонки, когда пару дней назад как раз когда это было. Мы с вами болтали что-то про то, что... Кстати, я помню, когда вы уезжали, вам напоследок Джо сказал: Габриэль, еще он покажет себя, что-то там по поводу краж, там что-то такое, что вас ограбить, помните? Ну, и что-то мы вот... Ну, вы помните, сказали, что у вас был какой-то этот... Ну, напряженная обстановка с Брейтвейтами. Да. А я видел, как Брейтвейт здесь своего коня сам оставил рядом с моим. Ну, и пошел куда-то по своим делам. И мы уже шли что-то до моего коня, и я вижу, ну вот Брейтвейт же, он в жилеточке и в белой рубашке ходит, вот этот, который. Я смотрю, Брейтвейт бежит до коня. Я такой, ну, думаю, о, постойте, сам подбегаю к нему, смотрю, он запрыгивает просто на моего коня и начинает ускакивать. На вашего? Да, на моего. Но у меня один конь тут стоял, оказывается, мой. И я такой, опа, ну это не Брейтвейт, походу. Либо Брейтвейт решил украсть рысака. Что странно. Ну, Рик сзади меня был, я говорю: Рик, быстрее на коня поскакали, у меня коня украли. Ну, поскакали, и... Ну, человек на коне поскакал за церковь, прям по ровной полянке, потом там завернул и в лес, который рядом с вашим домом. Он в итоге до вашего дома выехал, у вашего дома там проскакал рядом, там что-то кружил. Мы его, ну, настигли, начали стрелять. Он завернул потом на этот, на перекресток, который вот нижняя дорога вашего дома. Вот направо, если ехать в сторону города, там вот перекресточек такой еще, который одна дорога ведет до, вроде до Брейтвейтов или до кого-то там, а другая на город. Ну, там началась стрельба, у него, видимо, кончились патроны, мы подстрелили его, ну, и я неподалеку проезжаю еще, ну, выстрелил, чтобы он вдруг там он пушку возьмет еще, будучи лежа или что-то такое. Ну, добить его. Но он был такой в пиджачке, в этом, в жилеточке, точнее, я даже не ожидал, если честно, что это Габ вообще. А потом, когда мы решили лицо посмотреть, мы уже поняли, что это Габ, он просто переоделся в какого-то богача или что-то в этом роде. Странно, в общем, все это, если честно.
Вот на кого, но у меня планов Габа убивать не было. У меня планов было его повязать и шрифом отвезти. Вот так. Это же... Хоть он и был шантажистом, хоть, ну, не такой уж и плохой он был, наверное. Странный, конечно. Но... Вот, и поэтому Шлифский офис еще больше почему-то начал думать, что это, ну, не просто так убийство было, ну, и вообще, что якобы это там из мести или что такое. Ну, он так-то неплохие такие письма разослал, естественно, на вас будут думать. Конечно. Да я до сих пор не понимаю, кто помог ему. Я склоняюсь, если честно, к этому. К тому, или как там его, который в серой пиджачке ходит. Лошадь украсть? Нет, я говорю к тому, я склоняюсь к тому, что он письма написал. А-а-а. Габу. Хотя кто угодно мог и на станции, на почтовой могли написать ему, но... Все же. Так вот. Вам, может, что-то нужно, может, помочь? Да нет, ничего не надо. Пока там ничего. Рик что-то грезит о своих лошадях, он хотел, да, с вами поговорить. Да, он мне говорил, да, ну вот... Я, насколько знаю, у него вчера был день рождения. Его... Он должен был приехать. Ну, вы помните, мы договаривались. А он напился вроде как изрядно. Ну, понимаю. Мы, да, ну, джина вот, да. Закупили, там напились и пиво. Он смешал, видимо, сильно. Да. Ну, ладно. Не знаете по поводу выборов шрифа, что там вообще? Не знаю. Да, я то ли слышала, то ли что вроде как полномочия перейдут этому Хадсону. Я просто слышала, что Брейтвейты уже... поднимали здесь шумиху, и кто-то мне они сказал, хотели. Что старший Брейтвейт хотел пойти в мэры, а младший шерифа. В шерифский офис, да. Ну вот. Вы сами давно у них были? Сегодня были? Брейтвейтов? Вчера приезжала, как обычно, я их не застала. Видела только позавчера младшего, и все. Да, я помню, да. Здорово. Нормально, нормально. Что, вы решили вопрос там? Ну, почти. Почти. На 50% решили. Уже хоть какой-то звих пошел. Да. Вот, да. Ну, ладно. Я тогда как раз таки прискакал, как я понимаю, когда вы были там, и сообщил женщине какой-то. Да, 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 я там была. Да. Ладно, ну, увидимся еще, если что. Да. Если что надо будет говорить, там, помочь сопроводить куда-то. Да, хорошо. Где-то повозку отвезти. Ладно, да, спасибо большое. Надеюсь, в этот раз коня не украду. Ну, да. Блять, вы знаете, вы, если не все, так, блять, если не кто, так все, понимаешь? Определитесь. Я боюсь, что ты не успеешь сделать такого. Ну, хотя как конкуренция будет, если это... Да, дайте, пожалуйста, 3 листочка. Спасибо. Нет, еще не сделали, но вроде как думают. Блядь, дождь. Еще не сделали.
Так, ну чё, подождём сейчас, пока дождь. Ты знаешь, сейчас как-то, мне кажется, из-за того, что сейчас... Что такое? Сейчас вот это Хэллоуин. Вчера было маловато, и сегодня... Ребята как-то позже начали заходить. Ой. Хотя, а ну-ка, наблюдать. Еще раз. По-моему, дергаться начнет, да? Ага. Бухыкать, дергаться. Сейчас начнет долбиться головой об перила. Так, сейчас надо в Дискорде написать сообщение одно и, в принципе, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, я имею в виду в своем Дискорде. Сейчас, как черновик, напишу письмо в конюшне. Так, вообще, кстати, по-хорошему нам надо даже больше, чем... Мы можем 5 писем отправить. 5. Ну, ладно. Сейчас. Не как... А, нет, тихо. И... Так, все, у меня есть. А ну-ка, я хочу проверить одну тему. А, бля, листочки-то не стаканные. Эх, у меня были стаканные листочки как-то раз. Я когда писала текст в одном листочке, ну, короче, когда писала текст, то этот текст скопировался на все
листочки, которые были в стаке. Так. Надо бы нам пойти вон туда, к свету. Под светом будем писать. Ириак, 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 Ириак. О, это кто у нас? Николас приехал. Ириак, 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 написнять. Бля! Карандаш! Карандаш, карандаш, карандаш. Я придурок, я выложил карандаш! Это все потому, что у меня нож тогда забагался. Короче... Доброе утро, хозяин. Скот накормили на рано колканечно. Титьки коровам подергали. Самое главное. Черт побьяхи, черт побьяхи. Поник? Hello. Так, ладно. Пойдем искать карандаш. Да. Кстати, а я только карандашом, а ручкой я не смогу написать, интересно. Добрый вечер, миссис Фатчер. Добрый вечер. Слушайте, у вас нету карандаша? Дома, к сожалению. Так вот, да, я тоже дома оставила. Слушайте, я к вам хотел сегодня за молочком приехать, и сено мы с вами разговаривали. Да, вы не приезжали, не брали? Пока вчера что-то все никак руки не дошли. Ладно. Да, так что, если вы будете на месте, ну, либо я сам там возьму, я думаю, тюка 3 мне вполне хватит. Хорошо. Найдется? Ну, вы же понимаете, да, что я вам её бесплатно не дам, а то как бы я деньги... Ну, естественно, я... Если вы просто будете на месте, то я вам сразу заплачу. Да я полутру туда пойду, потому что там должен человек ко мне поехать поработать. Ну, мы вместе тогда отправимся. Угу. Если вы не против, конечно. Нет, конечно. Да, и хотел вас еще уточнить. Вы же все больше меня в лошадях, вот, во всех этих лошадиных делах, понимаете. Где у нас тут есть хороший кузнец, который может переподковать лошадь? Я... Вы? Яйца, что ли, какой-то? Ладно. В общем, я переподковываю конюшня, знаете, как ехать к Эмеральдам. Там, в принципе, ага. Есть конюшня, и там мужик Скарлетт Медлз, что, мне которая... подковывает. А? Скарлетт Медлз, которая находится? Ну, вроде как, да. Лошадиных дел мастер, да. Ну да, знаю, знаю. Вот. А почем выходит обычно? Ну, я там... $2 плачу, но он там, так как я у него постоянно, и, так сказать, клиент, я к нему просто много лошадей вожу. Долларов 3, да, это? Да, где-то так, но это с учетом и подков. Ага, угу. Да. Ну, то на моя это и... Он у меня стоит, тягловая, которая совсем уже сносились. Угу. Ну, я вчера к нему ездила, 4 лошади подковывала, поэтому, да. Угу. Ну, что, хорошо делает? Копыта вот это все вычищает там, да, как они это... Конечно, да, хорошо. Ладно, слава богу. Угу. У нас тут в городе кузнеца, да, конечно, это прям очень... Не сыщешь. Не сыщешь, да. Приходится ездить туда. Ну, там как бы не то, чтобы этот мужчина прям сильно занимается, но я с ним так любезничала, и он говорит, ну ладно, приезжайте. Как бы лишними деньги не будет. Поэтому, если что, скажете, что я его... Ну, если что, скажу, что от вас. Вы не против? Да нет, не против, конечно. Ну, да. А не то подумает еще, приперся. Не пойми, кто. Да, просто скажете, что Элис Флетчер вам сказала, да и все. А вы мистера Пи не видели сегодня? Нет, не видела. Пока еще не видела. А Брайт Уайтов? Тоже нет.
Все никак не выспятся, судя по всему. Ну, тяжелая трудовая неделя, да, видать, у всех была. Да. Я должен был быть тем типом, который привезёт... У вас все в порядке? Да, все хорошо. А у вас? Слава богу. Должен был быть тем типом, который переподкует лошадь, черт. Ну вот, должен. Он у себя в этом убирает. А, ну ладно, мне будет пока мешать тогда, может, свидимся еще. Ну, он там просто убирается, сказал. Прибраться нужно. Он же теперь там один, помощника нет. Ну да, помощники. Давай, убирали. Пиши. Не, реально, вот прям на кузнеца можешь написать. И вопрос, будут к тебе приходить лошадей подковывать? Я так точно буду часто обращаться. В городе ничего нового не слышно? Не. А выборы, может? Нет. Кстати, не слышала я про это, что там меня спрашивали про шерифа, будут ли избирать шерифа нового или нет. Не слышно что-то. Мне почему-то кажется, что просто на господина Хадсона полномочия просто перекинут, да и все. Ну, не знаю, как обычно дела не делаются. Хотя в нашем деле все может быть, тут вы правы. Да, я лишний раз стараюсь там не светиться в свете последних событий. Да, вот как-то сейчас они... У меня зубов лишних это не вырастает, я ж не крокодил. Они вас избили? Да, дали мне прикладом по морде. При том, что я даже не сопротивлялся. Но это все дела минувших дней, как говорится. Ты ваша лошадь? Да. Да. Плохая. Спасибо. Седло дорогущее, смотрю. Ну, как вам сказать, дорогущее? Повезло. Оно необычное какое. Да, хорошее седло. Где что тебе продают-то? В Сен-Дени, небось? Нет. Просили не рассказывать. Секрет фирмы, понимаю. Да. Ну, оно не краденое, просто... Да, что вы, нет. Я... Вы не подумайте. Как вы могли подумать? Вот, кстати, было бы тоже, да, неплохо найти, кто бы седла делал. Потому что в Сен-Дени заказывать седла очень дорого. Вот, кстати, ты можешь сделать кузнеца, который делает и седла. Потому что я планирую на ярмарке занизывать, заказывать седла. Такие вчера вот я выкинула $10 за седла. Чем-то было на это похоже. Ой. Так, вот и светает. А, ну что, тут отправляемся? Да, давайте. Я лично плачу за седла. Люди, которые у меня покупают лошадей, я им говорю, что седла у меня нет. Потому что я считаю, что седло тоже нужно покупать, как и одежду. Поэтому если у тебя... А мне кажется, наоборот, это было бы очень даже неплохо. Если он у тебя будет кузнец, еще и делать седла, то ты бы вот сидел бы на попе ровно, к тебе бы люди просто приезжали и заказывали у тебя седла. Заказывали бы у тебя эти подковы. Вот. Чё ещё? Считай за воздух, блядь. Почему тебе не разрешат седло и седло и кузнеца? Почему тебе не разрешат? Чего ты взял? Я думаю, это на самом деле такие близко стоящие две эти. Думаю, нормально, если он у тебя будет мастер, который занимался вот всякой там сбруей для лошадей и этот. Ну и параллельно эти делал. Так что, мне кажется, это очень даже логично будет. Я думаю, $3 за какое-нибудь такое обычное седло можно брать.
Лошадей в основном ребята у меня покупают, и почти всех лошадей я продаю без сёдел. Иногда я только отыгрываю. Я сейчас только вот скинула деньги, типа я скинула 10 баксов за 10 сёдел. Я типа отыграла, что они такие очень простенькие будут, и, ну и типа я по дешёвке их купила, мол, короче. И по 2 доллара я их буду сбагривать и игрокам предлагать. Хотите, вот покупайте, потому что, ну, я думаю, надо платить как и за одежду. Ты уверен, что ты именно это хочешь? Бля, чё она не едет? Ну, чё ты и не едешь? Мне кажется, сёдло и кузнец это прям отлично сочеталось бы, потому что считай, сидишь, делаешь все дело, к тебе люди приезжают. Не, ну это так, это я тебе просто говорю, как я думаю. Я хочу вот игроков приучить, что да, нужно подковывать лошадок, нужно седло покупать. Я не знаю, кто бы убрал. Покупай, блядь, да? Покупай, тебе сказали. Седло, я. По-моему, кстати, можно ходить с анимкой, с седлом. Или нет? Ну, на ВВ точно можно было. В космосе нормально, вчера поездили, полетали, постреляли, в тюрьме посидела. На ивенте побывала с ребятами, на пешем ивенте. Тоже прикольно. Бутылки-то забыл совсем сейчас. А? Кого? А. Бутылки в теле. Да? О. Опять. Так, вы переливайте. Там как раз... погодите, стойте, что, переливайте. Этот... тут как раз вон лежат тюки. Можете взять, сколько там вы говорили, 3? Да, а, вот бидончик здесь есть. Все, я сейчас приду. И почему я тебе говорю, что ловчего и объезжать, скорее всего, у тебя будет конкуренция, и ты заманаешься. А вот кузнеца... Насчет сёдел, я знаю точно, что чтобы делать сёдла и ковать подковы, такого вряд ли кто-то будет делать. А я хочу проверить, я могу с ручкой писать? Да! Слава богу. Я могу с ручкой написать. Это что-то. А, погоди, стоп. У меня там есть, да, еще письма? Мне надо 5 не надо. Мне надо потратить. Вот, блин. Во. 5 с писом. Писом 5 надо. Отправиться. Да ё-моё. Так что пиши, залетай. Еще интересно, кого Грег сейчас создаст. Так, 3 тюка. Погодите, калькулятор. А
Что я хотела пересчитать? Значит... Ой, нет, не это. $0.97, грубо говоря, $1. Так. Ну, почти, да. Не, ну он иногда выходит, там то в салон, то еще куда-нибудь. Так что... Так, у меня получилось... Да бляха. Написать. У меня получилось 4 листа, а надо копировать. Раз. Написать. Два. Написать. Три. Написать. Четыре. Так, есть у меня. Маршал из семьи конюхов. Ты взял прям меду, слил такую. Так, значит, Blackwater, Strawberry, Valentine. И эмеральды. Эмеральды и... Блядь, ну, конечно, раньше этих... Миссис Флетчер? Да! Там... Что, сколько с меня за все про все? Ну, там 97 центов получается. Давайте тогда. Потому что я по 19 центов не будет, брала. Давайте доллар сразу. Жить. Ага. Вот, пожалуйста. Ага. Да. Благодарю. Да, и вам спасибо. Какая-нибудь помощь нужна тут? Может, перенести тебя тяжело? Нет, да, тут совсем. Преподобный Янг уже все поработал. Он тоже мне помогает. Ну, если что будет нужно, то это, угу. Обращайтесь. Спасибо. Да, еще хотел спросить, вам мясо не нужно? Да вроде как нет. Я тут просто иногда это хожу, охочусь, могу вам какой-нибудь зайца лишнего принести. Да нет, как бы не надо, у нас есть. Ну, как знаете. Тоже бывает, да, буду, да. Здесь доброго дня. Бегают кабаны, олени, бывает подстрелю. Да, все. Да. И вам тоже. Давай, опиум пакета. Хорошего утра. Да, и вам тоже. Охотники. Да, есть. Есть обычные охотники. Обычные охотники есть. А вот необычные. Хотя, я думаю, необычные тоже есть. Олесь, не кричи. Блять, надо пойти молоко переложить, да? Там молоко заспа. Стоп, я не место не буду. Маршал это имя? Слушай, не один, скорее всего, где-то двое точно есть. Двое прям точно. Кстати, чековую книжку могу оставить дома, она мне с собой не нужна. Я хотела это сделать просто торговца пушниной, это прям кайф. Ну вот хз. Ну пушнина тут есть, да, но я не знаю, как, что-то человек сказал, то ли она не продается, то ли что. Может, она, конечно, для какого-нибудь крафта, возможно.
знаю. Бля, вот, кстати, реально, типа, чё, расскажи, что случилось. А, и все? Ну, видимо, ты просто сгорел, что, типа, тебя так негостеприимно приняли. Слушай, я тебя умоляю, ты знаешь, какие тут слухи ходили обо мне и об этой, как её, о Роне? То есть, вообще, что мы тут две самые главные проститутки. А ты просто из-за того, что тебя... немножечко нагрубили. Нас тут, ты чё, слухи, что мы две самые главные раздвигальщицы ног, что та ходит с прицепом, нахер никому не нужная. Я тут даю всем, кто готов меня, так сказать, как дикую лошадку остепенить, и у кого есть кошелек большой. Ты чё? Фу. А ты? Но здесь было достаточно неприятно. Я тоже думала, что убили. Нормально ты так прям поиграл, конечно. Много. Ну ладно, ладно. Заходи, заходи. Надеюсь, ты наигрался на фришке. Я не поняла, он взял сено или нет? Блять, Алёша! Он не взял сено, он сколько, 3 тюка сказал, возьмет, да? Он, походу, склад, просто он не понял, что здесь склад. Он кожу доставать должен был, очень странно. Закрыли. Я реально обоссусь, если сейчас. То никого, то все конюхов, бляха, создадут. Это вообще просто угар будет. Понятно. Я ну, понятное дело. Ну вот, вот, кстати, смотри, да? Не-не-не, тебе надо реально, тебе реально надо сделать кузнеца. Я уверена, тебе и Брейтвейты смогут на работу брать, потому что тоже у них. Тебе, это Гик, если что, я к тебе обращаюсь. Тебе еще и
Брейтвейты смогут подкинуть работу. Тоже подковывать их лошадей. Так что и седла, возможно, им делать. Они тем более богачи. Я думаю, это у них не... Флэшер. Да. Кстати, а к вам приходил этот... как же этого паренька зовут? С отцом ходит. Брэндон? Нет, нет. Другой, который с Габриэлем общался. Томас, что ли? Да, Мерфи? Да, да. Томас. Нет, у него отец. Вот он с отцом. Да, они работу ищут, и я вот, может, они и к вам. Я говорила, чтобы к вам обратились. Да. Наверное, не застали вас. Да, я вчера отвозил табак с МБ, не знаю. Не, не приходили еще. Что ж, да, если придут, или если увидите их, скажите, что это пусть подходит, работа есть. И благодарю за информацию. Да, ну вот, я еще что им сказала, чтобы к вам обратились. Ладно, поехали. Удачи. Да. Доброго дня. И вам. Смотри. Да, кстати. Можно, да. Махавкой руками надо. Бля, ребята, сейчас все, погодите. С кем-то за что-то типа просто играть добряка, я уже не могу, не выходит. Так никто что не говорит, что он у тебя будет прям добрый. Чего? Нету ничего. Юзы спальки, калявы, юзы. Пока была подписка, не юзали, да? Я люблю это дело наблюдать, это очень клево. Прикольно так. Какого хера я сюда... Ага, все, вспомнил, что я сюда приехал. Да. Там она типа ручкой рот прикрывает. Ну, видимо, не пересекаемся пока.
Так, 5 кухвехтов. Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, пока что 4 конверта. Охренец! Ня-ня-ня! Догадались, да? Алис! Да, это Ханови. Это Ханови. Так, я взяла это, и еще 3. Да-да-да. Ханови. Ну, могут, не факт, что сидят там. Ну, пойдемте вон из салона, поторчим. Я буду потом Брейтвейтом сгонять. Он самостоятельная повозка поехала, или нет? Добрый день. Приветствую. Как ваши успехи с работой? Да никак, нет. Брейтвейты вас конь не взяли? Вы же сами слышали, я к ним больше и не ходила. А в салон вы не думали устроиться? Там вроде бы... Ой, нет, спасибо. А почему? Сейчас, погодите, я просто... Потому что условия плохие, или вы просто, ну... Не, знаете, мне кажется, что в прошлой жизни я была владелицей салона, мне не хочется. О, да. Понимаете? Да, понимаю. Вот. Ну, может, просто им еду готовить, а то вы знаете... Вообще не хочу никак быть связанной. Ладно, поняла, вопросов больше не имею. Так вот. Ну, не знаю, насколько вам эта работа вообще будет по духу, вот, но мне нужно, чтобы мне иногда помогали убирать загоны. Убирать загоны? Ну да, растаскивать сено коровами, лошадям, поилки наполнять. Лиз, ну пришла пошуми отсюда. Ну, слушайте, такую работу мне и Брэдвейт предлагали. Ладно, что-нибудь допридумаю. У вас конь, он новый? Да, кобыла. Кобыла? Угу. Иди ложись спать. Он какой-то здоровенный более, мне кажется. Да, это халдекинская порода. Они достаточно высокие, стройные. Ничего себе. Да. Не модельные лошади. Пород низкие ноги. Модельные. Это я шучу. Здорово. Хорошо. Эх. Да, ну, даже не знаю, чем вам. А вы не переживайте, я что-нибудь придумаю. Где наш не пропадал, правильно? Ну да. Ну вот. Ну, я просто другой работы и не могу предложить, потому что... Ну, да, я понимаю, что у меня здесь... И не основном... такой... Так я и не прошу, я понимаю, что здесь в основном все на мужчин, вот, так сказать, заточено. Кстати, только салон и, может быть, горничная. В салон просто как-то вот эти душа не лежит. В другой раз как-нибудь. Ну, да. Нет. Ну, а так вы просто горничной хотели устроиться? Да, да. Я хотела бы, чтобы у меня был какой-нибудь, ну, знаете, не целый рабочий день. Там приходить, что-нибудь убрать. Пусть даже не задорого, просто вот как-то это. Ну, вы знаете, как показывает практика, если убрать вейтов, то вы будете там очень долго находиться. Да? Ну, даже я, когда туда приеду... Аж сложно уехать. Порой бывает. Чего? Вот. Не запирают и да не нет, упускают. Не запирает, просто постоянно что-то, какие-то дела, общение. Подождите, посидите, давайте поговорим, давайте покушаем, давайте то, давайте это. Ну,
Может, если вы будете приходить и постоянно давать о себе знать, то, может быть, знаете, они рассмотрят вашу кандидатуру, чем других. Я не очень хочу быть навязчивой, понимаете? Вы же как бы сказали, что нет, поэтому смысл мне порой и обивать. Ну, порой это бывает даже проверка от работодателя. Ну, это так. Ну да, как говорится, насколько оно вам нужно. Ну, да, вы, как бы, это мое мнение, вы делаете, как вы считаете правильным. Ну, я не знаю, как правильно, просто поступаю, как мне кажется. Да. День добрый. Добрый день. Здравствуйте. Еще раз, да. Ну, а повозкой вы умеете управлять? Нет, я на лошади не умею. Вот так, да. Это что, блядь, второй Габриэль? В общем, а у вас-то как дела? Нормально. Нормально? Нормально, нормально. Да ну, Лиз! Ну, конечно. Пойду водички попью. И вам хорошего дня. Так, сейчас, ребята, у меня момент избиения задницы дитя. У меня тут козни строят непонятные. Сейчас приду. Так, я здесь. Да, она у меня... Не, порой она бывает балуется, сейчас она у меня будет орать, да, на фоне, капец. Тут никакой шумодав не поможет. Так, давайте-ка заполним письма. Так. Заполним. Заполним блокноты. Какие блокноты? Господи. Конверт. Так. Первое. Нам нужен... Как это? Штат Вест-Элизабет, да, у нас? Blackwater. Blackwater.
Вест Элизабет. Так. Подписать. Укажите имя и адрес отправителя. Так. Блять, погодите, что было? Имя отправителя или кого? Кого? Чего? Подождите, нет. Блять. Еще раз. Укажите имя и адрес отправителя. Вот. Лимон. Так. Имя и адрес получателя. Ну, тут это... Не знаю, кстати, с прочерком пишется West Elizabeth или без. Кто-то шарит? Он без, да? Ой, ладно, сделаем так. Так. Потом давайте здесь, да, опять. А, слушайте, погодите, давайте я здесь напишу. Ой, какой вывод. Так. Какой у нас штат? Ой. Вот это вот какое ранчо, ранчо у нас здесь. Junior.
Вообще я не понимаю, какой это получается этот штат. Это вот это вот Ханиганс Стейт. Ханиганс. Блять, как он читается-то правильно? Сейчас. Разве не Остин? Ну, а вот он, да, вот не Остин. Разве Макфарлейн цепляется к ним? Миссис Флетчер? Да. Не видели никого из нашей? Нет. Что ж, что теперь ждете, пока закончится день? Нет, подписываю конверты. Слушайте, вы вы не помните Валентайн? Какому штату? Как штат он называется? Где Валентайн? Нью-Ганновер, кажется. А, Нью-Ганновер, ага. Так. А, нет, не то. Ищите какую-то конкретную лошадь? Погоди. Как он сказал? Блять. Как он сказал? Как он сказал, господи, что у меня с памятью? Ребята, как он сказал штат? Нью-Ганновер, да, спасибо. Нью-Ганновер. Так, да, ну, вообще, да, конкретную ищу, ну и на всякий случай узнать, где какие есть. Ищу Накоту и еще одного норфольского рысака, а то один появился настойчивый клиент. Чуть ли не требовал у меня такую лошадь. Я ему говорю, у меня нету сейчас в наличии такой лошади, он... Говорит, мне надо, мне надо. Ну, сказала, найду, значит, дам. Найду, значит, не дам. Ну как, продам. Ну что ж, за нетерпение нужно платить. Ну да, тоже верно. Три письма. Немало. Да, надо еще два сделать. Чтобы просто не ездить черт знает куда. Ну что ж, сопроводить вас до станции? Да,
делаете? Прогуляемся. Тихо, успокойся. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел с вами обсудить, вот лошадку себе хочу купить. Ну, вы говорили, который этот? На коту? А, да не на коту. А, уже я хотел спросить, какие варианты вы сможете предложить? Тихо, успокойся. Ну, у меня сейчас есть рысак вороной. В наличии Морган. Так, кто еще? А и все, если честно. Все? Серьезно? Да, у меня как-то что-то поразбирали лошадей. Но скоро сейчас буду отправлять письма в другие конюшни. Может быть, где-то какие-то еще будут лошади. Я вот думаю, через завтра или, может, завтра узнаю и дам вам знать. Вам же не срочно? Ну, как сказать, ну, хотелось, конечно, побыстрее, но уж куда деваться. Ну, ничего не могу с этим поделать уж так вот. Ну да, то есть я, ну, как бы, точно не Морган, не Теннессийская, не Кентуккийская, а что-то такое более хорошее. А, кстати, а сколько будет стоить этот коп цыганский? Кобы от 115. Ага, 115, тогда он какой будет? Какая масть? Ну да. Я даже не помню. Что, успокойся, пожалуйста. Тихо. Сейчас скажу вам, сейчас вспомню. Сейчас я на него. Так. Кобы. Так, а, нет, стоп, коб от 105 будет, он, это белый. Какой-то, он полностью белый будет, да? А? Без черного. Без черного, да, полностью белый. Да, не пятнистый, белый. Ага. Кстати, я даже знаю, где взять такого. Ну, белого, честно сказать, не хотелось бы, мне просто белый не очень нравится, пачкается сильно, если так можно сказать. Так, а чуть подороже коб есть? Есть, пеги есть, он по 125, гнедая пега 140, ну и выше. Они до 150, оба. Ага. Ну они дальше все такие будут, как пятнистые. А так, а черно-белые сколько стоит? Черно-белый. Так, мне бы это вспомнить. По-моему, это как раз пеги, он вроде как... Не-не-не-не-не-не. Слушайте, я вам сейчас так не скажу. Вот. Честно говоря. Это я просто был там в этой, в конюшне, в Сен-Дени, но они, как я понял, не продают его. То ли они как-то с ценой там, не знаю. А у них там какая-то путаница, да, была. Я у них спрашивала, сказали, что что-то у них путаница какая-то. То я заметил, он как-то этот... Дешево стоит, а потом сказали, что не продается, что-то меняют они. Так, в общем-то, все это... Так, а какого еще коня можно взять, такого наподобие коба, баксов за 100 где-то? Такой, чтобы, ну, крупный был. Ну, не тяговой, конечно, не на полоске, которые это как бы... О, видимо, мне надо было раньше норфольских рысаков начинать разводить. Ну, я могу предложить норфольского рысака, но я... У меня прям на них очередь уже. Он не тягловой, нет, тогда не надо, нафиг надо, если они у всех будут. Понятно, ну, он, кстати, по своей цене очень даже... Вы не думали себе венгерскую лошадь? Венгерскую? Да думал, этот гнедую красную, а потом так...
прикинул, мне не нравится то, что у нее на морде этот, ну, полоска вот эта белая идет. Да, красный. Можно сказать, гурман среди этих. Не ну, ту, которую вы мне приводили, а красную. Не, я знаю, ну, она получается какая там, гнедая, ну, красная или как-то так называется? Красивая, да. Такая. Она краснючая, но у нее на морде белая, да, полоса идет. Ну, а мне не хочется просто белым, мне хочется, чтобы он, ну, как-то был более... Обалдеть, они мне, блядь, скидывают, вообще заказы делают. Ну, в общем, в любом случае, надо ждать письма. Мне обычно отвечают, какие есть лошади. И... А ну вот, можете ответить, какие есть лошади, а я там уже, ну, как бы... Да, да, а то так, пальцем в небо, можем искать просто лошадь очень долго. Угу. Так, а когда заглянуть вам по поводу этих... Там... Я вас найду. Ну, по поводу лошадей? Ну да. Да я вас найду, как только получу информацию. А, ну все, хорошо, а то просто я хотел себе на день рождения, ну, да, ну видите, как получается. А что ж с Накотой? С Накотой это получается, вчера я отсыпался, то есть целый день. Ну, понимаю, день рождения. Ну да, да, поэтому отдохнуть решил для себя. Сегодня просто как бы тоже жить надо, охотой занимался целый день. Угу. Получается, давайте я вам завтра приходу ее. Удобно будет? Да. Вы хотели себе вроде, нет? Ну, я хотел себе, но так подумал, как бы. Но мне кажется, она для вас низенькая будет. Ну, я что ж так думаю, поэтому хочется что-то более такого здорового, не знаю, ну вот мышь. Как у этого. Ну вот, Хатсона, я бы вам показала норфольских. Они очень красивые. И они немножечко крупнее, чем этот, чем Фокстротер. Да? Угу. А у вас есть хоть один этот, ну, да, там, да, раньше? А можете показать, или вы сейчас не туда направляетесь? Да не вопрос, можем. Да я просто давно их не видал, просто чтобы освежить. Преподобный Янг, вы в городе, да, останетесь? Или с нами, да, скатаетесь? А, ну, сейчас я тогда вернусь. Хорошо, я буду, наверное, на станции. Хорошо. Ну, давайте, пока светло, а то ночью приедем, вы ничего не поймете. Вот ваш товарищ, угу, у меня спрашивал не раз, другой. Этот, Джо, да? Да, вот он у меня прям требовал норфольского рысака. А, да? Да. А сколько вчера стоит этот рысак? А вы знаете, на них цена достаточно приятная. Они от 60 до 90 стоят. Ага, то есть 90 самая дорогая бась. Угу. Я как бы старые расценки знаю, вот новые уже не. Я все-таки, ну, не вчера же этим занимался. А то мой как бы тоже нормальный патрон, но он маловат уже стал для меня. Это кличка такая у вас? Него, ну, лошади. Да. Интересно. Всех слушаешь, у кого какие клички. Это просто он у меня пулю за бами поймал один раз. Он. Все, ну вот, стал патрон. Привет, привет. Все, ходи далеко. Забавно, у кого какая фантазия. На самом деле, до него у меня был один конь. Нормальный такой, но были сложные времена, пришлось его продать. До сих пор жалею на самом деле, в этом, в конечном Валентайне. Так, сейчас нам... снять седло. Так, сейчас у меня кобылка. Mm-hmm.
Ничего себе. Не, ну прям красиво, да. А есть такие, ну, менее яркие? Я вам сейчас покажу. Она мне же ребенка привела, жеребчика. Угу. Так, а можно так залезть? Да, конечно. Сказать? Это как ботинки мерить. Не, нормально, удобно, в принципе. Ну и сейчас покажу уже ребенка, он, конечно, пока еще не пригоден, так сказать, к езде. Иди сюда. Иди ко мне. Просто для понимания масти. Алиса! Господи, соседи охерели. Алиса! Извиняюсь, ребят. О, ну вот этот более симпатичный был. Да, очень красивый. Они все белые, да, с белыми пятнами? Ну, их прям чистых нету. У них масть есть еще такая вороная. У нее белые носочки где-то до колен. И на мордочке тоже полоска. Вот. Потом... А коричневые там серые, есть, не знаю. Да, есть. Есть такое в яблоко. Я одного такого продала. Хороший. Такое уйдет за 70-75 где-то. Успокойся. Вот. Я вот хотел бы такого серого с черным, либо серого, может, коричневый какой-нибудь там, с черным или серым, не знаю, что-нибудь такое. Я просто сказать, ну, белое хорошо на лошади, только оно, ну, пачкается сильно. Ну, да. Вот. Потом еще есть такой, как форелевый окрас. Форелевый, это получается, он будет реже, да? Ну, не рыжий, он такой, да, короче, рыжий-коричневый. Как раз тоже, как в яблоко. Вот, ну и чисто такой, прям пегий он должен быть еще. Вот они по 60. С такой, у него еще полоска такая характерная на спине. Но он из светлых, так сказать. Ну, чуть светлее, чем ваш. Вот. Более светлый, значит. Да, вот такие масти есть. Но я сейчас в конюшне отправляю запросы. Вот. Не, ну он мне прям вот эта порода нравится, прям понравилась. Ну я говорю, он у него крупные ноги, крупный круп, все. Ну и шея прям вообще. И тягловой, да. Не, вот такого надо. В общем-то, давайте, мне вот эту породу тоже надо бы этот. Ну, а сколько людей заказало, если не секрет, а то вдруг да там весь город сейчас товарищи, это. Товарищи, все. А, да? Да. А, ну все, понял. А то вы говорите, спрос большой. Думаю, может, там весь город уже хочет. Их, а, я тут возьму себе. Не, ну одного купили у меня жеребца. Давненько. Я, правда, его не видела. Он такой в яблоко гнедой. Ну и вот за этого спрашивал, да, ваш товарищ. Он меня прям просил вчера. Так, давайте тогда можете по поводу этих письма, когда придут, просто я сразу, чтобы узнать, чтобы никто не купил. Мне просто, чтобы такое, ну, интересно выглядело, так, знаете, в глаза бросался прям. А, ладно, хорошо. Это просто у меня был раньше какой-нибудь хороший, дорогой, ну, я его продал, потом пропил. Ну, в общем, плохие времена у меня были. Так, давайте тогда... Да, завтра тогда эту, а по поводу этих еще лошадей там были у вас на эту, на обкатку, то я просто это...
А, ну это без проблем. Я могу хоть, ну, хоть по 3 коня в день сразу заниматься этим. Так, так, по поводу еще хотел пообщаться, точно знаю, вам эти там объездчики, там вот это все как бы надо. Еще ж, да? Я думал, мы еще сросся к вам сюда, вот так вот. Не на подработке, а на постоянную, чтобы. Понесло конкуренция. Ну, конечно, да. Если еще лошадей будете приводить, замечательно будет. Ну, вот я еще думаю, на постоянно сюда к вам сырость, а то подработками, ну, нормально, но не то. Да? Поэтому... Хорошо. Чтоб сразу место себе застолбить. Тогда давайте завтра приведу на коту и начну, как бы, вот это все. Весь табор этот объезжать потихоньку. Да, хорошо, отлично тогда. Договорились. Ну, завтра тогда вы меня или я вас найду и... Короче, как будете готовы, скажете. А, ну да, да, конечно, без проблем. Угу. Все, ладно. Поедем. Ладно, давайте до завтра. Да. Так, иди сюда, малышка. Блядь. Да, ребят, надо конюшню скупать. Как же у меня тут... Это жесть какая-то. Алиса, прекрати, пожалуйста. Я мьючусь, потому что у меня малая тут орёт, прям невыносимо. Она по телефону с папой разговаривала. Это просто какой-то ад тут, когда она с ним разговаривает. Она орёт, я не знаю, у меня такое ощущение, что соседи нас просто когда-то выселят отсюда нахер. Да, Алиса, мы с тобой просто без жилья останемся, если ты будешь так орать. Не, ну, у меня малая не прыгает, конечно, по потолку, но она просто, когда ей папа звонит, она просто здесь кошмар, что происходит. Она орёт, прыгает, скачет, всё, она всё делает. И это просто ужас. Я уже даже двери закрываю, её всё равно слышно. Поедем. Да вы будете обсуждать вопрос этот с лошадьми, ну, с норфольским рысаком, со своим товарищем, или вы хотите первым купить? С каким товарищем? Да, мне все равно, понимаете, мне главное себе коня, как бы, ну, то, что там он хочет, ну, у вас еще есть, как бы, кони, пусть он их покупает. Или они у вас уже все, как бы, ну, в смысле, нет, забронированы? Да ну, как бы, нет... У меня кобыла только вот недавно, ну, так бы... Кстати, хорошо, что это жеребец. Я просто к тому, что у вас не будет там с ним спора насчет того, что вы двух одинаковых лошадей возьмете. А, да все равно, главное, как бы масти разные, а там, как бы, ну, без разницы на самом деле. А, ну, отлично.
по-разному выглядят, как бы, окрас разный уже, как бы. Ну, он хотел, наоборот, более такую неприметную, так сказать. А, ну, мне просто огромное, чтобы она, ну, красивая, так сказать, была. Ага, ну. Чтоб так вот подходишь, как бы, там, ну, и глаз радует, смотришь на нее. А то, как бы, ну, сильно такая, чтобы была, ну, тоже неинтересно, если она вот, ну, как у меня, например. Не знаете, где можно этого вот моего коня куда продать, а? Да я так просто, а то чего он без дела будет стоять? А это, не знаю, ребят, вы видите, как они появляются в сети? А это у вас кобыла или конь? Это конь. Конь. Я просто думаю, как бы... Второго куплю, а этот, ну, а куда? Мне на двух же не смогу ездить. Шо, а если стоять без дела будет, ну... Тоже, как бы, ну, не то. Там, не знаю, можешь... Там... Вы же общаетесь там со всякими конюшнями этими... По нашим штатам. Может, кому, как бы, надо так взять. Продать его, да и хватит. Ну, продать это только я, если поеду продавать, потому что я договорилась так. Если что, буду пригонять лошадей, которые у меня есть, если им нужны будут. Вот. Вы, конечно, можете попробовать сами продать куда-то. Не, ну как бы клеймо, купчая, как бы все есть. О, ну, могу я у вас его купить, но я вам сразу говорю, что я его не по полной стоимости куплю. Не, ну это ясное дело, как бы. Ну, не знаю, мне просто, на самом деле, неудобно вам коня продавать, потому что... И так, с этими конями постоянно у вас то, что мы чуть ли не за бесплатно их у вас берем. Не, ну, просто мне, честно, мне неудобно. Да, ну, прям за бесплатно. Ну, не за бесплатно. Все-таки... Не, ну, учитывая, что конь, например, стоит 95 баксов, а мы его за 30 у вас покупаем, ну... Ну, вы же мне пригоняете лошадь, я же потом возмещаю себе это. Не, ну я понимаю, просто я вот думаю. Как-то неудобно вам продавать. Ну, если у вас не получится никому продать лошадь, вы можете ее пригнать мне. Ага. Так, ой, я поехала, наверное, на станцию. Буду искать преподобного. Я поехал по делам. Да, до свидания. Мне кажется, они проверяют мою конюшню просто. Чуть так прямо присели на лошадей. А чё, а где, а кого? Где Нэша, блядь? Я что-то не вкуряю нахер. А где врачи? А где врачи? Еще раз здравствуйте. Я вас утром ждала, вы не пришли. Да, у меня появились проблемы. Надеюсь, вас не украли лошадь. Нет. Ясно. Ну, я ну, вы сегодня будете или... Или как? Да, если позволите, то да. Ну, конечно. Вот. Ну, постарайтесь меня как-то известить, либо преподобному передайте. Я, наверное, к вам приеду на лошади. Хорошо. Ладно. Ладно, поеду.
Сейчас, ребят, минутку. Так, я немножечко отвлеклась на телефон сейчас. Так, все, давайте отправлять письма. Так. Hello there. Да-да-да, здравствуйте. А, так, сейчас я хочу спросить, как это будет работать. Сейчас, пока мне отвечают. Скрыть. Боже, какой же это геморрой сейчас с отправкой писем будет? Я вам просто отвечаю. Сейчас, Алиса! Господи. Чё ты такая сегодня гипер... дикая? Ты что, меня слышишь?
Пиздец. Так, ладно, хорошо. How do you do? Сейчас, ребят. Угу. Сейчас мы сначала... Сделаю вот так. Вот так. Вот так. Потом вот так. Да, мне вот бы письма отправить. Ага, спасибо. Так, секундочку, ребят. Я вот так сделаю. Yes. How do you do? Блять, сейчас, нахер это слишком палево. Hello there. How is it?
Так, все, ребята. Все, ловушечку. Все, отправила я. Гробаный дождь. Hey, мама. What's the trouble down there? Ребята, сейчас вопрос на миллион. Скажите, пожалуйста, у кого-то получается, сидя ровно, ровно сидя, вот, наклонить голову так, чтобы достать до плеча, только плечо не поднимая,
просто голову положить на плечо, получается какой-нибудь? Мне просто, знаешь, что мне просто, знаешь, стало интересно. Может, я такая черствая, ну, в плане не душевно, душевно-то понятно. В плане мышц. Типа, у меня тут такие не размятые мышцы, неупражненные, что я не могу положить шею на плечо, или это вообще в принципе нормально, что ты не можешь положить голову на плечо, а мне не шею. Не, наверное, нет, нереально, наверное. Бля, я сейчас пойду до Сереги прицеплюсь. Погодите. Никого нету здесь из игроков. Можно я пойду прицеплюсь к чиллауту? Мягкий пирожочек, да, булечка? Я просто почему спрашиваю, у меня уже очень долго болит шея с одной стороны. Знаете, она у меня так болит, как будто бы сквозняком продуло. Но я уже ее и разминала, и растирала, как мышца, как будто мышца болит. Я ее и растирала, и пыталась кремами мазать специальными. Вот, и массажик какой-то что-то делать, до одного места не помогает. Даже подушку ортопедическую купили. И вот с правой стороны у меня, я когда, ну, сгибаю, поворачиваю голову направо, и наклоняю голову направо, у меня побаливает шея. Мне немножечко не нравится, что она у меня так долго болит. Ну, я не знаю. Слушай, у меня уже недели две. Прям я тебе говорю, недели две. Противопоказано, да? А я наоборот пытаюсь, блядь, крутить. А я наоборот, слушай, постоянно ею кручу, разминаю. Бля, прикинь. Я такая думаю, наверное, надо разминать. Я каждый день, бля, чтобы ты понимал, Вова, я каждый день кручу, да, головой, думаю, наверное, это потому, что я не упражняю шею, не разминаю ее, это, наверное, из-за этого. И теперь я каждый раз шею, там, голову влево, вправо, вниз, назад, понял, круговые движения делаю. Бля, поняла, тогда не буду трогать. Я вообще думала, знаешь, может, типа такую тему, как корсет на голову или... Или как он? Вы уже собираетесь? Ну, да, так, потихоньку. Не-не, она у меня, ты понимаешь, она у меня не болит вот так, она меня не тревожит.
пока я не поверну голову, она побаливает, как будто, ну, реально, как будто как вот крепатура, когда реально потянувшие, или как будто продут, как мышца болит. Вот реально как будто мышца болит. Вот. Так она меня как бы не беспокоит, просто что, да, когда поворачиваешь, она побаливает. Не так, что прям триггерит. Ну, оно, конечно, неприятно, дискомфортно, но у меня уже, да, недели две она вот так вот, наверное. Если даже не больше, слушайте. Но я его, как он только начал болеть, постоянно ее разминаю, блин. Постоянно. Ай, Сереге говорю, сделай массажик мне. Говорю, потри по мне. Потом сама себе массаж делала. Выходные у всех. Мне кажется, к Брейтвейтам вообще просто нет смысла ехать. Так, надо сейчас запросик сделать мне на письма. Бля, сейчас письма, письма отправила, письма, 4 знакомые конюшни, перечислим, конюшни, сейчас запрос на ответ просто напишу, конюшня, Blackwater, конюшня, Валентайна. Конюшня Стробери. Ленчо Макфарлейн. Ответ по наличии и сцен есть во всех данных конюшнях выше. Так, участники, просто Элис Флетчер. Ну и скриншот мы приложили. Все, отброс заправила.
Сейчас, ребят, у меня небольшой тупняк. Разбор, вернее. Так, все. Так, ладно, уже вроде светло. Поедем? Да, конечно. Интересно, где это Нэши пропадают? Алиса! Можно не сейчас? Так. Секунду припаду. А, хотя ладно. Вы езжайте, я сейчас вас догоню. Там, в принципе, делать все то же, как и в прошлый раз. Я вас догоню сейчас. Подобный? Да. Что вы тут? Возьму что-то? Ну, заехал купить кружек. Поеду раздавать еду. Сейчас? Да, солнце взошло. Самое время. Ладно, я на ферму сейчас работника организую. Вам нужна моя помощь? Ну, если освободились, подъезжайте. А где вы будете? Где дом нашей? Ага, ладно, хорошо. Ну что ж, увидимся. Да, да.
Секундочку, ребят, сорян. Общение было уточнение рабочего РП-процесса. В смысле, серьезно, три? Быть такого не может. Да блин. Мне кажется, из-за праздника вот это сейчас вот Хэллоуин, все дела и... Нет, я не верю, что три. Мне кажется, это у тебя баг какой-то. Ну вот, смотри. Раз, два. Чиллаут, три. Я даже вот принципиально сейчас поеду в город и посчитаю, где кто и этот. Ну ты у меня вот на ферме или как? Или кто? Погоди. А, господи, не, вот, подожди, ты чего? Не-не, это баг. Это тебе кажется. Вот, раз, два. Чиллаут, три. Сейчас проверим. Я сейчас к вам приеду. Давайте я сразу вам заплачу. И если что, я подъеду. Если я не вернусь через минут пять, вы там, сами тебе. Спасибо. Угу. Так, а скажите, убрать навоз, набрать в кормушки воду? Ну и сено растаскать, а то не выедают быстро. Да и все. Понял. Угу. Так. Слушай, что за погодка? Не может такого быть, что три человека. Я прям уверена, что нет. Поехали через лес. Что мы давно через лес не ездили. Все тут у меня в лесу что-то делают. Кого-то режут, охотятся там, понимаешь ли, что-то еще делают. Все, что хочешь, делают. Я только что этот момент обсудила. Как оказывается, что здесь такой темы, как раздавание информации, нету. Мне просто подыгрывал в этом пингвин. И матчдог вообще сказал, что типа никто информацию не даст. Я поговорила с другим администратором, вот еще заглушку поставила. И этот... И как оказывается, он мне сказал, ну, Лиз... Он мне говорит, что говорит, ты можешь сама себе зарандомить какую-нибудь информацию. И все, по сути. Поэтому я, возможно, сейчас просто сделаю рандом на 4 конюшни и будем надеяться, что мне повезет. Чтобы никого не дергать. Опять свой любимый рандомайзер чисел возьму. Зарандомлю все породы, которые у меня имеются в списке. В моем. Да я сама не против бы Норфольского. Что-то реально как-то все Норфольского. Он хорошенький, да. Он такой, знаешь, среднячок между крупной и некрупной лошадью. Слушай, ты, блядь, походу прав. Ты реально походу прав. Капец. А что случилось, и правда? А что такое? Вы чё, ребята? Алло!
Может, всех покрашено? Нарфольский, да. Ну, он красивый. Блин, вот этот черно-белый прям реально красивый, согласись. Ну, красивый. Я что-то не ожидала, что он такой будет красивый. Блин, ну вот преподобный сейчас на раздачу еды делает, а этот, у нас никого нет, слушай, что такое? Все, надо в Фазму идти играть. Вчера мы поиграли от души прям. Что ж, миссис Флетчер, не могли бы сделать одно одолжение для меня? Да, какое? Забыл купить кофе. Не съездите? Вот, возьмите. В бокалейной лавке, прикупите немного. Бля, сейчас. Полагаю, чайничек у вас есть. Да, конечно. Хорошо. Какой кофе купить? Да любой. А, ладно. Одну, да? Один. Ну, сколько хватит на доллар? А, все, поняла. Пять чайничков взял. Дел. Вот, а прикиньте, бля, а прикиньте, да? Вот я жалуюсь. А прикиньте, нас бы еще заставили девочек, если прям это реально так было, заставили бы нас девочек вот по лору, типа, да, носить вот такие чепчики. И ты такая чисто бандитка сидишь. В капюшоне. A very good morning to you. Ну, мне реально прям интересно, что случилось это раз и... А где все? Алло, ребят. Ну, это просто странно. Давай. Тебе надо молоко повозить у меня. На самом деле, такая хорошая вещь. Ну, или коня, поймай коня. Поймай коня, я тебе за него же, блин, заплачу, ёлки. Я тебе на него заплачу... на кота стоит. Где кофе? Молотый кофе. На доллар это сколько? Три штуки. Идите. Да, я думаю, тоже. У нас же на ВВ тоже в субботу. Давайте еще один скинем сверху. Спасибо, сэр. Сейчас я скажу, что у нас по накоте. По... А, ну она не такая дорогая.
Так, они по 65. Ну вот, 35 тебе заплачу за лошадь. Ну, объездишь ее еще долларов 7 заплачу. Долларов 7 за объездку лошади. Ну и того, сколько получается? 43 доллара я тебе заплачу за Накоту. Все. Надо будет еще мне ее потом подковать. Ваш кофе. Благодарю. Смотри, как он разложил. Упоролся, Серега. Блять, корова прибежала. Миссис Флетчер, это не одна из ваших коров? Ой. Серега, нахера ты это отыграл? Почему она так далеко забежала? Давай, давай домой. Бля, все. Скучали, что РП нет, да? Сейчас будет РП у нас. Боюсь, что она не остановится. Это ее, может, и догоню до дома, но только она не остановится. Ёп! Чё, дурные? Давай, давай, давай. Ты побежала, дурная. Ну поднимись наверх. Домой. Во, правильно. Ну
Эта дурная здесь таки ходит, да? Разворачивайся. Девки, идите домой. Все, побежала домой. Блять. Домой, я сказала. Погоняют, корова это пасется. Не-не-не-не-не-не-не-не, обратно, обратно, обратно. А то опять понесло, да, к озеру, к крокодилам. Ладно, ребят, это, короче, нет смысла. Будем считать, что мы их загнали, потому что это капец какой-то. Ой, 10 часов, я думаю, можно заканчивать. Фу. Погоняли. Удалось нагнать. Угу. Я гоню ее домой по нижней дороге. А там возле реки, около морд крокодилов. Еще 4 водичку пьют. А кто-то не закрыл загон. Кто-то, кто убирал там, да. Некий Томас. Ну что ж, надо с ним поговорить. Потеря 4 коров весьма внушительна. Кофе не желаете? Ой, всех коров. Да, давайте. Праздник отмечают. Знаете, чайник весьма полезная вещь. Нам ходит меньше кофе. Можно разлить аж на 2 чашки с одной россыпи. О чем завтрашняя проповедь будет? Честно говоря, я еще не думал.
Думаю, посвятить завтрашнее утро этому. Но учитывая обстановку в городе, что-нибудь насчет благоразумия или о вреде лжи? Кто из нашей не объявился в городе? Печально. Как дела с мистером? Как же его фамилия? Который лошадь хотел? Да. О, нормально. Он, кстати, сказал, что хотел бы ко мне устроиться на постоянной основе ловчим. Угу. Хорошие новости, хотя... Но он же один из той троицы, о которой вам рассказывал мистер Эйбер. Да. И что вы решили? Ну, да я не против. Офис шерифа закончил с этим делом, вы не в курсе? Вроде как теперь этих людей постоянно, ну как, сильно подозревают во всяких делах, и под них, как я поняла, будут копать. Ну, и вы хотите взять одного из этих людей на работу? Мне кажется, если я буду им прямо отказывать, мне это нехорошим аукнется. Мне нужно делать вид, что... Я не знаю. Не знаю, короче. Что ж, выбор весьма затруднительный. Ну что ж, дадим время шерифам разобраться во всем. Думаю, еще немного, и можно будет разнести оставшуюся еду жителям по домам. Нэши до сих пор живут здесь, вы не в курсе? Не знаю, вроде как еще проживают, они вроде как у Брейтвейтов гостюют. Такое ощущение, что местная община уже облюбовала их дом как свой.
вот эти троица, которые у вас на около церкви были, они не очень довольны были тем, что здесь наши поселились. Ну, они вроде как их берегли, с их слов. Вроде как. Да, это все, опять же, слухи. А где правда, никто не поймет. Не то верно. У вас дела? Да нет. Думаю, домой ехать. Ну что ж, я вас не задерживаю. Я разнесу еду, буквально всего два дома, и потом верну телегу. Хорошо. Спасибо за помощь. Да, такая помощь. Что ж, может, вам стоит еще завтра повторить? Еды осталось еще немало. Часть я раздам по домам. Но все, что останется, предложу завтра после службы. Ну да. Ладно, или может вам помочь, я не знаю. Нет, не требуется. Угу. Ну ладно, я тогда пойду. Всего хорошего, смотрите, это поздно будет. А кружку вам отдать или домой отнести? Да, оставляйте себе. У вас есть кружки дома? Ну, конечно, три штуки. Забирайте. Давайте. Вот. Спасибо, очень вкусный кофе был. Ладно, поеду. Благодарю. Всего хорошего. Так. Опять, да, у меня не видно? Револьвер. Ой, револьвер, оружие. Весь вечер я закончил. Да. Ага, хорошо. Там, правда, меня чуть ваш бык не убил. Но... Да, аккуратней да. Там.
Так, ребятки, все, будем заканчивать. Давайте. До завтра. Посмотрим, как завтра еще день у нас пойдет. Ну, что ж, спасибо за работу. Да, всего хорошего и вам спасибо за помощь. До свидания. Да, давайте. Так что да, ребятки, все. Я, конечно, честно сказать, не очень уверена, буду я завтра или нет. Может, завтра выходной себе возьму, сказать, от РП. Ну, все же. Все, давайте. Всех целую. Всем пока. До завтра.